«Синий трактор» представляет! Ребята, привет! Мне наконец-то прислали мой заказ! Погрузчик из дерева! Я заказал его в специальном магазине техники, чтобы помогал мне поднимать и перевозить грузы. Уже не терпится посмотреть, как он выглядит и на что способен. Он должен быть примерно такого же размера, как и я. Сейчас посмотрим. Ну, выезжай. Очень интересно. В магазине сказали, что это будет погрузчик. А получается, что это просто какой-то набор деталей. Что мне теперь с ними делать? Да, самому мне со сборкой никогда не справиться. У меня же нет ручек, только колесики. Синий трактор, привет! Я слышал, что тебе нужна помощь со сборкой. Папус, а как вы узнали, что мне нужна помощь? Мы же фиксики, мы все знаем. Ну что, синий трактор, рассказывай, чем я могу тебе помочь? Да вот видите, заказал в магазине погрузчик. А он приехал вот в таком разобранном виде. У меня же колесики, а не ручки. Я не смогу его сам собрать. Помогите, пожалуйста, мне. Хорошо, хорошо, не переживай. Сейчас мы все соберем. Давай не будем терять времени и начнем сборку. Сначала положим все детали в одну сторону, а винтики в другую. Ну вот, теперь, когда все детали разложены, можно приступить к сборке. Первым делом берем основание и крепим к нему фары. Вот так. Вставляем одну гаечку и вторую. Закручиваем их отверткой. Вот так. Теперь берем заднюю стенку кабины и также закрепляем ее на основании нашими винтиками. Один и два. И покрутим немножко отверточкой. Вот так. Теперь берем две боковины кабины. Сначала крепим одну боковину тремя винтиками. Один, два и три. И крутим отверточкой. Так, закручивать надо хорошенько, чтобы детали держались крепко. Теперь то же самое делаем со второй боковиной. Один винтик, два и три. И поработаем отверткой. Здорово, папус! Уже становится понятно, что это погрузчик, а не какая-то гора деталей. Да, все верно. Еще чуть-чуть, и наш погрузчик будет готов к работе. Берем крышу, закрепляем ее на кабине. Двумя винтиками, один и два. И опять крутим все это отверткой. Теперь берем две вот эти детали. Из них мы делаем кузов. Одну поставим сюда. Закрепим ее двумя винтиками. Один и два. Вторая деталь будет стоять вот здесь. Закрепим ее еще двумя винтиками. Один и два. Папус, кажется, остается только боковины прикрепить, колеса и подъемный механизм. Все верно, синий трактор. Давай поскорее закончим. Мне самому интересно посмотреть, что получится. Крепим боковины.
тремя винтиками. Один, два, три. Настала очередь колесиков. Прикрепим и их. Теперь то же самое нужно сделать и с другой стороны. Сначала боковина. Один. Два. Три. Отвертка. Осталось только прикрепить подъемный механизм, и все будет готово. Вот последний штрих, и наш погрузчик сможет отправиться на работу. Закрепляем мачту подъемного механизма двумя винтиками. Один и два. Отвертка. Здорово! Я зря волновался. У нас получился классный погрузчик. Давайте проверим, как он работает. Что, синий трактор, как тебе твой новый погрузчик? Папус, у меня просто нет слов, он классный! Спасибо вам большое за помощь! Не за что, синий трактор, на то мы и фиксики, чтобы помогать! А теперь мне пора, пока-пока! Ну и нам тоже пора ехать, ребята! Пока-пока! Малыш! Давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!